Проблемой городских телеканалов заинтересовался Владимир Путин. Президент пообещал разобраться, почему региональные каналы не пускают цифровой мультиплекс. Вопрос об этом на медиафоруме, который прошел в Сочи, задал руководитель одной из телекомпаний. Это для меня неожиданно совершенно. Обязательно поговорю это. Об этом в правительстве, в администрации, с теми, кто этим занимается. Мне непонятно, я с вами согласен, почему мы должны отстричь и выбросить на сторону городские каналы существующие. Это свыше 150 телекомпаний, которые трудятся каждый день. Да, и люди каждый работают. День, конечно, там колоссальное количество журналистов работает. Конечно, конечно. Пожалуйста, хорошо. Обратите внимание. Хорошо, я услышал. Напомню, сегодня 20 федеральных каналов, которые входят в первый и второй мультиплексы, переходят на цифровое, а значит более качественное вещание. Между тем, региональные и городские каналы остаются за бортом развития и продолжают работать в аналоговом сигнале. Еще одна большая проблема местного телевидения должна быть решена в скором времени. Депутаты Госдумы во втором чтении должны рассмотреть вопрос о так называемой 22-й кнопке. Ее планируют закреплять за городскими каналами вслед за 21-й кнопкой.